Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1361. События дня. Евангелие от Иоанна 20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. За 7 сентября 2019 года. Наше обращение передвигать буду быстрее, курсором останавливайте, кому нужно, может события дня. Какие события? Накануне, уже в потемках, то есть в субботу, Сергей Павлович Пупков приехал помочь картошку копать и захватил 3 ребятишек Дробота. Один остался, вроде как простыл, что-то такое. Ну и целый день провели мы с Аманом, убирая там 20 соток, Володя посадил с матушкой. Земля была не твердая, выкапывать приходилось, но мелкая картошка, потому что лето было засушливое. Собрали мы кое-что, даже снимали, показали. И они затеяли выезжать в этот день. А убирали картофель до потемок. Луна взошла. А накануне дождик прошел. Сразу не могли выйти, хоть маленько пообсохнуть. Уж выше это в 10:00. Я очень был против, чтобы уезжали. Там он не отдохнул. Целый день работал с наклоном. Надо отдохнуть, надо пораньше, утром выйдете. Ребятишки его подзуживают, но и он что спешил, непонятно. Я молился об этом, просил, и чтобы доехали хотя бы, потому что было уже однажды, он за рулем заснул, и едва все не погибли. Ну, добавить тут уже нечего никак. Эту вечернюю молитву тоже заснял. Вот и все. Все наши события. И куда они ходили? Одно. Вот эти две тачки там. Передвижные, как их назвать, не знаю. Одна на одном колесе, другая на двух. И мешки ложили. По
огорода увозили, все вывезли, слава Богу. Устали, конечно. Богу слава за все.